Всем добрый день, уважаемые друзья и подписчики инвалидныеколяски.ру. Хотим вам представить еще одно наше пополнение. Это немецкая коляска Майера, модель Клоу, 2014 года выпуска, с электроосвещением. Скорость коляски 6 км в час. Двигатели 180 Вт. Коляска с общей шириной 59 сантиметров. Ширина сидения коляски 43 сантиметра. За счет подлокотников ширину коляски можно расширить до 55 сантиметров. Это большой плюс, так как в принципе любой пользователь может в ней поместиться. Грузоподъемность данной коляски 120 килограмм составляет. Колеса передние и задние пневматические. Самое большое преимущество коляски Майера Клоу – это возможность ее сложить. Складывается она методом книжки, как обычная механическая коляска. Сейчас мы не будем ее складывать, но я вам покажу пример, как она складывается. Снимаем сиденье. Вытаскиваем аккумуляторы. Здесь два аккумулятора, установленные в двух коробах. У коробов есть крышки, чтобы удобно вытаскивать аккумуляторы. И складывается она при помощи рамы методом книжки. Коляска очень удобная для транспортировки, вмещается, в принципе, в любую машину. Внешний вид тоже небольшой такой, достаточно компактной коляски. Общий вес с учетом аккумуляторов составляет около 60 килограмм, без аккумуляторов около 40 килограмм. Коляска есть в продаже. Доставляем по Москве, Московской области, отправляем в регионы. Все работает, все исправно. Удобное управление при помощи джойстика. Подножки с кнопочной фиксацией быстросъемные. Можно отрегулировать по длине. Подлокотники также быстросъемные. Также регулируются по длине. Пульт можно переставить как под правую, так и под левую руку. Он еще выдвижной. Коляска у нас в наличии. Звоните нам, пишите нам, обращайтесь. Более подробную информацию, дополнительные фото мы всегда пришлем. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш YouTube канал. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.